Больницы и поликлиники Мангистауской области переходят на электронный документооборот. Врачи и пациенты получили доступ к медицинской информационной системе, которая позволяет упростить многие процедуры и отказаться от бумажных носителей. Теперь в каждом кабинете врача установлен компьютер, а пациенты могут записаться на прием, а вызвать доктора на дом и в любое время просмотреть все анализы и медицинские исследования, не выходя из дома. Сейчас мы переходим полностью на комплексную медицинскую информационную систему. То есть в этом году мы планируем полностью перейти на электронную версию истории болезни. Ускорить прием пациентов.